Всем привет, я вам уже показывал, что вот эти наушники у меня вышли из строя. Все, Миш, это дочкины наушники, я тогда ей купил другие. Распаковочку я вам показал, кстати, наушники действительно шикарные. И тогда же я заказал новый разъем сюда. Почему? Потому что, ну, провод здесь переломился в этом месте. И этот же самый штекер, естественно, ну, сюда нормально не припаять. Будет некрасиво, будет недолговечно, в общем, будет плохо. Поэтому я заказал новые штекерочки. Так, и вот оно пришло. Это два лота. У продавца штекеры отдельно продаются. И вот эти вот, они продаются тоже отдельно. Вот такие вот. Давайте посмотрим на них. В принципе, вот эти штекеры классные. Я вам показывал обычные стерео тройные, вот я ими пользуюсь, покупал еще несколько раз. Отличные штекеры, класс, рекомендую. И поэтому, когда мне были нужны именно вот с четырьмя контактами, я не сомневался и взял такие же. Здесь, правда, написано уже RichTech, но это то же самое. Кстати, видите, фирменные логотипы RichTech. С обратной стороны, то есть это очень хорошие штекерочки, качественные. Ну а эта резиночка, она сюда вставляется, в нее продевается провод, вот, и вот так это делается. Так что, если вам нужны будут вот такие вот с четырьмя контактами штекеры для ремонта наушников, да мало ли для чего, то рекомендую именно вот такие. Они действительно очень хорошие, очень качественные. В принципе, всем пока. Ссылочка в описании. До новых встреч, увидимся.